Скарбница традиций моих дядов. Майстры студии декоративно-прикладной творчести «Кудесница» представили выставу работ. Экспозиция разместилась у библиотеки филиале номер 8. На открытии побывала Ганна Каральчук. Майстерня декоративно-прикладной творчості «Кудесница» працює при Палаці культури чыгуначніка уже 4 года. Тут займаються 16 женщин, в основном работницы белорусской чыгунки. Студия принимает участие в разных выставах и фестивалях, при этом организует майстер-классы для всех желающих. Теперь особливо захопилися створением ляли. Серед работ не только популярные сегодня ляльки у стиле тильда, але и традиционные славянские обереги – житняя баба, коза, подорожница. При створении лялек старались использовать натуральные материалы. Например, волосы робили з льну, який достався у спадщину от бабули. Очень хочется заглянуть в тот бабушкин сундучок, чемоданчик. Мы вспоминаем всегда с теплом те вещи, которые мы видели. Это были вышитые рубахи, передники, связанные крючком салфетки, кружева, скатерти. И, конечно, захотелось воссоздать работы, которые в нашем белорусском национальном стиле. У нас все начиналось с маленьких обережков. Вироби выполнены у самых разных техниках – от вязания до вышивки патерками, крыжом и атласными стужками. Колер ниток и тканок так само традиционный, с певным значением. Червоный символизует життё и пригожость, белый – частенью и духовность. Чорне обозначає землю. Кожний елемент орнаменту несе у себе сакральний сенс и раскрывая певную идею. Наших предков узоры адлюстровывали почутці и надеи человека, высобляли природные з'яви. Фрагменты рушников рукодельницы оформили у рамки, которые сейчас упрыгоживают стены библиотеки филиалу номер 8 имя Кирилла Туровского. Ну, у них столько работ и в разных техниках, начиная от вышивки вязания и до вышивки бисером, и вышивка лентами атласными. Вот. А тут еще новое, вот такое новое ихнее веяние. Вы посмотрите, какая чудесная вот сейчас куклы. Поэтому мы сотрудничаем давно. И у нас в этом году возникло такое партнерские отношения создать арт студию такую и делать выставки. На открытие выставы для гостей подрыхтовали сапраўднае свято. Каб подкреслить белорусский колорит, организаторы сустракали наведвальников в национальных костюмах, после чего их чекало выступление юных музыков. Выстава будет працевать до 24 снежня. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.